Здравствуйте, мои подписчики и гости! Сегодня решила приготовить утиную грудку с грушей. Для этого мне понадобится сама утиная грудка, груша, сок лимона, кусочек сливочного масла, крепленное красное вино и оливковое масло. Изначально грудку хорошо промыла и обсушила. Потом делаю на коже разрезы. Очень аккуратно, чтобы случайно не разрезать мясо. Затем солю и перчу. На сковороду наливаю оливковое масло. Обжариваю сначала с одной стороны до румяной корочки, минут 5-7. Переворачиваю, обжариваю еще минутки 3-4. И потом обжариваю с каждой стороны, как бы запечатывая грудку. После этого грудку вынимаю и даю ей отдохнуть. Грушу нарезаю дольками. В сковороду, в которой жарилась грудка, вливаю вино и даю прокипеть секунд 30 минут для того, чтобы выпарился алкоголь. Затем вливаю сок лимона и выкладываю грушу. Тушу под крышкой 2-3 минутки. Затем добавляю сливочное масло и еще тушу грушу до желаемой мягкости. После этого грушу вынимаю, а соус увариваю до загустения. Грудка получается сверху зажаренная, в середине розовая и очень сочная. Грудку нарезаю, поливаю соусом. Подаю с грушей. Приятного аппетита! Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.